Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами тремя буксами-близнецами. Начну с самого нового букса. Так как, ну, для меня он новый, так как я только сегодня в него зашла. Называется Beats Re. Ну, тут почитаете. Регистрация. Юзернейм, email, два раза пароль, ставите галочку. Уже, наверное, многие поняли, что это за буксы-близнецы. Разгадываете капчу, нажимаете зарегистрироваться. Я же войду в аккаунт. Вход по имейлу и паролю. Также разгадываем капчу. Заходим в кабинет. На почту придет письмо. Нужно будет подтвердить адрес электронной почты. Вот, друзья. Значит, ну что, попали мы на домашнюю страничку. Вот здесь баланс отображается вверху. У меня 285 монеток. Буксы шикарные. Вообще супер. Я работаю, конечно, здесь с превеликим удовольствием. Значит, ну, давайте по порядку. Это домашняя страничка. Пойдем, что у нас здесь. Ну, здесь такого ничего нет. Депозит нам не надо. Это обмен. Также нам не надо. Вкладочка «Вывод». Вкладочка «Вывод». Здесь у нас что? Вот на разные платежные системы. Есть. Секунду, сейчас вернусь. Значит, есть Faucet Pay, Express Crypto и прямой кошелек. Я всегда вывожу с этих таких аналогичных буксов на Faucet Pay. Здесь выбираете потом криптовалюту, какую вам нужно. Но я в основном Solana как бы, да, вывожу. Ну и выводим от 1000 монет. Минималка набирается быстро. Вот. Так, это по выводу. Далее, также здесь есть ежедневный бонус. Бонус я не стала собирать, чтобы показать вам. Бонус, он влияет на кран. Выбираем перевертыш. Чем больше у нас вот этих энергии, тем увеличивается у нас сбор на кране. Количество вот этих поинтов, или как их, коинов. Вот, и через 12 часов опять можно зайти и получить бонус. Далее что? Офервал. И в игры я не играю, короткие ссылки я не просматриваю. Я просматриваю только рекламу и работаю на кране. Сейчас у меня 3 рекламки. Я немного просмотрела здесь рекламок. Ну, давайте вот одну посмотрим. И здесь написано, сколько это коинов. На 75 монет. Кликаем. Ждем отчет таймера. И разгадываем капчу. Капча очень легкая, как вы видим. Такие вот картинки. Как всегда, перевертыш. Кликаем на зеленую вкладочку. Возвращаемся. Все. 25 монеток мне засчитало. Такая вот рекламка. Так, и где экран? Здесь можно делать 500 клеймов по 40 коинов каждый. Вот идет отсчет таймеров, но я, пока идет отсчет таймера, всегда кликаю на 100 места, потому что бывает как бы перебрасывать на страничку. Также разгадываем капчу. Как видим, она легкая. И антибот. И клейм. И 40 монеток мне насчитала.
засчитали. Далее, что у нас здесь? В майнинге я не работаю. Есть задание, ребятки. Кто хочет, можете выполнять задание. Три задания. Записать видео. Опубликовать пост, сделать на форуме и на Trustpilot. Вот здесь переводите, кликайте правой кнопкой мыши. Перевести на русский. И читайте, что от нас требуется. Я задание вот это вот позже сделаю. И потом я вот это вот сделаю задание, когда я наберу минимальное количество монет, 1000 коинов, и запишу видео по выводу денежных средств. То, что он платит, у меня нет сомнений. Ну вот, я не сомневаюсь, потому что шикарные буксы, ребятки, честное слово. Так, да, задание, достижение, ну и все. Так, и реферальная ссылочка, ребятки. Сейчас поставлю я на оригинал. Иду на домашнюю страничку. Значит, что здесь у нас? Так, подождите. Реферальную ссылочку найти. А вот мой реферал. Кликайте сюда. И вот здесь ваша партнерская ссылочка, если кому надо. И также есть чат. Можно общаться в чате. Если что-то возникнут вопросы, можете написать. Я так думаю, вам ответят. Вот. Ну и последующие буксы, такие же близнецы. Это у нас CoinPod. Я показывала, как здесь работать. Все точно самое. Здесь, естественно, у меня уже монеток более чем достаточно, 24910 монеток. Кликаю вывод. Бывает такое, что недостаточно средств. Через часик, через два можно зайти и сделать повторный вывод. И монетки все выводятся. Также я здесь вывожу вот эту монетку. Здесь email адрес. Он у меня прописан. QuausetPay, да? И вот такое количество монет. 144919 Solana монет. Кликаю вывод. Подтверждаю. И все. Вывелись. Так. Окей. Далее. Вот этот CoinPaste. Точно такой же, ребятки, букс. Шикарный букс. Здесь у меня тоже более чем достаточно монеток. Ежедневно я просматриваю рекламку. И также я кликаю на вкладочку «Вывод». Также я выбираю FaucetPay. Здесь можно и на Payeer выводить. И также выбираю монетку. Я вот вывожу вот эту Solana. Адрес у меня здесь уже отображается, так как я неоднократно на него выводила. И я должна получить 253188 Solana монет. Кликаю «Вывод». Также от 1000 монет минимальный вывод. Клейм на зеленую. И все. Монетки мои, ребятки, вывелись. Пойдемте на кошелек. Перезагружается мой кошелек. И что мы здесь видим? Вот 253186 CoinPaste и CoinPod. Вот он, CoinPod название. 144916 Solana монет. Ну и CoinPaste. Все буксы, ребятки, суперские. Этот не хуже, поверьте. Я с удовольствием, конечно же, зашла в него. И с удовольствием буду работать. Кому интересно, заходите, работайте. Но не интересно, ребятки, пройдите мимо. Каждому свое. Всем удачи, больших заработков. Как наберу
минималку на вывод. Я запишу видео по выводу, покажу вам вывод. Ну, возможно, вы вперед меня наберете минималку, также благополучно выведите. И я попытаюсь сделать задание по... Вот здесь задания вот эти, да? Вот. Что я вам показывала. И получить дополнительные монетки. Пока-пока.